и проверен нелегитно. И что мы видим? Серый значок монетизации. Я не включал монетизацию на это видео. Это видео снято с одного дубля. Я его сразу же залил, сразу сохранил и нажал просто сохранить. Потом я с телефона уже нажал опубликовать. Я ничего не нажимал там совсем, ничего не включал и так далее. Потому что я болел коронавирусом. Я побыстрее это снял, лег в кровать и уже с телефона, господи, опубликовал видео. На VST нету монетизации и не было, потому что я не включил. Я включил ее на VST историю. Я даже вон на VST 100% год назад включал, видите, да? Но я не включал на это видео, потому что я болел ковидом. Я, в принципе, как насрать, просто опубликовал это видео. И все. Супер. Хорошо. И раз вы такие какашки, сейчас что же я сделаю? Я очень сильно решил им отомстить. Я включу монетизацию на этом видео. Вот, я ее включаю. Я сейчас нажму сохранить. И я сейчас следующие видосы я сделаю заново перезаливы всех разоблачений, только я их пересниму в более хорошем качестве, да? То есть на микрофон лучше, в сценарии меньше воды. И не буду нарушать авторские права. То есть, ребят, я перезалью эксклюзив и проверен нелегитно. И что мы видим? Серый значок монетизации. Я не включал монетизацию на это видео. Это видео снято с одного дубля. Я его сразу же залил, сразу сохранил и нажал просто сохранить. Потом я с телефона уже нажал... Don't you find this all rather fascinating?